Медфак ЧГУ направил на практику в больнице республики более 400 ординаторов. Ранее с поручением пополнить состав медперсонала в условиях пандемии и привлечь к борьбе с распространением коронавируса студентов медицинских вузов и практикантов выступил президент страны Владимир Путин. В ВУЗе подтвердили, что все студенты имеют доступ к работе и уже находятся в больницах. Также на факультете готовят список добровольцев, которые смогут пополнить ряды среднего медперсонала. Студенты-волонтеры будут работать с обычными больными.